Пиздец. Он, сука, лифт подъебает. Что делаешь? Я? Да. Йо! Ого! Это ты сделал? Нет, не я. Это кто-то бантика. Сидели в машине. Димочка, ёбаный, блядь, ебанулся нахуй. Кто не ударился? Ёбаный, блядь, у меня аж нету больше. Ой, у меня сумка. Скорую, 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 звони! Блять, ну ёбаный в рот, нахуй!
Андрей, мы в аварию попали. Ляна, уступи, ты видишь, большой. Ой, идиот. Марина, не надо. Глянь. Ёшка. Давай остановим, Марина. Глянь, как он его. Вообще. Я привезу. Если что, приезжайте сегодня. Маш. Пиар-директор Сахин Бельгубаев. Куда-то вылез он нафиг! Не знаю! Уйди с дороги! Я не могу! Через пару мгновений Музи Смузи. То самое место, которое разрушает музыкальные стереотипы. Блин, музыкальный стереотип, я не знаю. Вы замечаете, что сейчас используется такой ход, такой прием в музыке, в создании музыки, когда записывается вокал и опускается низко. Ух ты! Нихуя ты, смотри, что ебать. Виновата, сучка. Солдат во время службы становится наркоманами и алкоголиками. Треть украинских силовиков поступает в психиатрические отделения, которые зачастую приводят к суициду. Сергей Глобов, Вести ФМ. Куда ты жмешься, ебаный дихлофос, блядь? Заебись, блядь, молодцы, сука. Ну хули ты пол дороги-то перегородил, ёб твою мать? Дебил, блядь. Запиши номер, у меня записано